Художник писал свою дочь, но она, как лунная ночь, уплыла с полотна. Хотел написать он своих сыновей, а вышли сады, и в садах соловей. И хором ему закричали друзья: нам всем непонятна манера твоя. И так как они не поняли его, решил написать он себя самого. И вышла картина на свет из-за тьмы, и все закричали ему: это мы. Вы сейчас посмотрели ряд картин художника Валерия Романова. Вы увидели его в деле. Он писал одну из своих последних работ. Вы увидели его комнату и то малое пространство, в котором он работает как художник. Почти все, что он сделал там. Вы знаете, мне это напоминает, может быть, не совсем скромно об этом говорить, великого философа Канта. Тот всю жизнь прожил в одном городе, в одном доме, с одним слугой и создал уникальную философскую систему, никуда не выезжая. Вот так и Валера в этом своем малом пространстве создал свои интереснейшие, волнующие картины. Он, в принципе, он мог бы удалиться в какой-то вот такой умозрительный ряд, а засилие умозрительности я вот наблюдаю в творчестве нынешних молодых художников. У Валеры этого нет. Он создает свой какой-то новый мир ощущений, чувств, образов, которым как бы и какой-то вот мир странного покоя и не менее странного движения, когда предметы сосуществуют друг с другом, не по закону там быта, какого-то жизненного уклада, а по закону, который объявляется волей художника. И когда человек, как бы вот не покидая землю, соотносится с космосом, с мирозданием, вот такие ощущения, такие чувства, такое чувство знания, есть такой термин в Агни-йога, чувство знания, вот дарит нам художник Романов своим творчеством. Скоро состоится его выставка. Очень скоро. Я вас всех приглашаю на выставку художника Валерия Романова. С Валерой Романовой мы начали знакомиться в середине 80-х годов. В студии и уже на выставках студийных он начал свое творчество показывать с работ «Одуванчики», «Весна». И сразу привлек к себе внимание как к очень богатому живописцу, одаренному живописцу, одаренному природой. И к этой выставке мы стремимся давно, стремимся увидеть этот дар, бесценный дар, уникальный. Ищем возможность показа этого нашим зрителям. И вот первый такой большой показ будет организован в театре. Драмтеатре имени Пушкина. А следом, если все будет благополучно складываться, будет выставка, где основным таким мотивом будет
изучать творчество Романова. Опять же, это уже студийная выставка планируется в этом году в картинной галерее. Как это будет возможно сделано? Это, конечно, впереди, а то, что в театре, это уже реалия. Когда я тебя представлял телезрителям, я, как сказал один поэт, утратил скромность и позволил себе сравнить тебя с Иммануилом Кантом, великим философом, который вот из малого пространства родил великую философию. Я просто вспомнил один наш разговор, в котором ты сформулировал вот девиз тропы. Напомни-ка мне его, пожалуйста. Ну, здесь имелось в виду такая мечта или желание выстроить жизнь не суетно, во-первых, чтобы каждый день начинался, опираясь на день предшествующий, и нес что-то дню следующему. Но я считаю, что, в принципе, есть два способа познания мира. Познавать мир вширь, путешествуя. Объехать всю землю, это прекрасно, конечно. Но есть и другой способ для человека, в общем-то, бывает достаточно всю жизнь прожить там, где он родился, всю жизнь ходить по одним и тем же улицам, тропам, и пытаться каждый день, тем не менее, в этих знакомых улицах, тропах, находить что-то новое, для себя открывать. Вот так. Я почему это вспомнил, вот эту девиз тропы? Потому что когда я стал знакомиться с твоими работами, это недавно и произошло, то вот от них и веет ощущение, что они все рождены вот в каком-то одном действительно ограниченном пространстве, как бы на одной тропе. И я стал думать об истоках твоего творчества. Вообще, это вопрос для нас, художников, такой несколько, может быть, даже интимный, но он решающий. Истоки творчества. Ну, допустим, вот я в последнее время опять стал усиленно рисовать горы. То есть я беру конкретно там вот, скала, дерево, кусок неба, вот, гармония, рисую. Вот Женя Белицкий, допустим, у него сейчас натюрморты пошли. Он так это интересно пишет. То есть у нас с ним, скажем, конкретное, натурное какое-то впечатление является источником уже какого-то образа, какого-то изобразительного решения. Этого я не знаю тебе и предполагаю, что этого у тебя нет. Все-таки истоки твоего творчества. Ну так, если... самые истоки, то нам, наверное, не дано их познать, понять, откуда все это. Это не наше дело. Но на что я опираюсь, допустим, откуда это пошло, какие-то внешние признаки. Ну, во-первых, появилось желание пристальнее вглядеться в окружающий мир. Ну, вот, так сказать, зрительный ряд. Потом каждый из нас обладает каким-то запасом знаний об этом мире и какими-то представлениями о нем. Это, так сказать, умозрительный ряд. И эмоциональный опыт какой-то. Эмоциональный опыт. Ну, что-то рождается здесь, скажем, здесь. А вспыхнуть все это может какого-то слова, какой-то фразы, какого-то увиденного мотива, может быть, мимо проходил уже несколько раз, а вот вдруг другое настроение, я увидел его по-другому, и рождается какой-то замысел. Вот здесь есть одна из твоих последних натурных работ, да? Это первый, самый первый этюд.
Самый первый этюд, да? Первая натурная работа. Да, в 1984 году. Вот. А это вот последняя работа, скажем, не натурная, которую ты сейчас завершаешь. Конечно, разница между ними разительная. И вот для меня это вот была загадкой. Было загадкой вот это переключение от натурного, конкретного такого мироощущения вот к этой, скажем, фантасмагории, которая в то же время вот несет все-таки тоже какую-то конкретность, но на грани реального и ирреального. Вот, вот твое творчество, кстати, вот интригует вот этой гранью. Реально с реальным. Ты сам эту грань ты как-то чувствуешь, как-то ее одолеваешь, или она тебе является нормальной? Я пытаюсь именно вот где-то держаться этой грани, не переступая, не уходя в чистую абстракцию. Это мне сейчас пока не интересно, и, может быть, я не смогу этим заниматься. А вот такой сплав, где-то от, ну, отталкиваться от реальности все-таки, в какой-то мере сохраняя ее и трансформируя, пытаться выразить то, что я чувствую, пытаться какую-то, ну, если можно так сказать, выдвинуть свою гипотезу мироздания, что ли. И вот такими средствами пользуюсь. И вот тогда у меня к тебе еще такой будет как бы параллельный вопрос, и для меня, вообще говоря, личный. Ну, вот я, допустим, инженер-электрик, да? Ты у нас старший контролер да. В научно-техническом центре. Механической лаборатории. Да. То есть, вот одна жизнь вот такая, скажем, технологическая, там, инженерная, производственная. А другая жизнь вот здесь, в картинах, в искусстве. То есть, по сути дела, мы ведем двойную жизнь. Двойную жизнь, да, двойную жизнь. Вот у тебя существуют ли внутренние проблемы переключения из одной жизни в другую? Ведь там одни законы, то другие законы. Ну, двойная жизнь, она ни к чему хорошему, конечно, не приводит, по большому счету. Надо. Ну, это вопрос мой личный, надо что-то менять, смогу ли я что-то поменять. Если появятся какие-то подходящие условия, я, может быть, переключусь, буду больше заниматься вот это, своим делом. Если нет, ну я, во всяком случае, бросать свою живопись пока не собираюсь. А совмещение ты... Трудновато, конечно, трудновато. Совмещение. Все-таки для этого, если заниматься по-настоящему, нужно время. Вот. И вот тогда у меня еще такой вопрос. Вот ты в своем творчестве, несомненно, ну как бы одинок. Оно у тебя очень субъективное, индивидуальное. Вот, у тебя нет каких-то вот действительно опорных моментов в каком-то вот реальном мире. Насколько гармонично твое одиночество? Конечно, это можно увидеть и в твоих работах, и все-таки вот насколько оно гармонично внутри тебя, насколько оно тебе помогает? Ну, насколько гармонично... Если по результату судить, конечно, я не знаю. Но мне, в общем-то, я от одиночества не страдаю. Страдаю, наоборот, от, может быть, излишней суеты и от недостатка времени. Желание побыть один на один с собой, о чем-то подумать, я считаю, это нормально. Для любого человека, для художника, тем более, ну, время мало, все на бегу получается. Ну, стараюсь выкраивать время, где-то пройтись, где-то оторвать час-другой, для того, чтобы посмотреть вокруг, подумать. В общем, от одиночества я не страдаю. Оно питает, да? Питает. Необходимо. Так, еще один проблемный вопрос, общий для нас с тобой. Это
это проблема профессионализма в нашем творчестве. Насколько мы профессиональны? Достаточно ли мы профессиональны? И вообще является это решающим вот в нашем таком, ну, как раньше говорили, самодеятельном творчестве. Не профессиональном, строго говоря. А все-таки есть законы профессионализма, мастерства. Вот как ты выкручиваешься в этой ситуации? Как выкручиваюсь? Как могу? Насколько я профессионален? Ну, наверное, настолько, насколько я владею рисунком, композицией, цветом. Настолько можно и говорить о моем профессионализме. Специального образования, профессионального, формального, у меня нет. Профессионализм, конечно, никогда еще никому не мешал. Он необходим. Так. Но здесь, конечно, все сложнее. Один профессионализм сам по себе еще не вполне достаточен. Я так считаю. Помимо профессионализма есть такой критерий, как художественность, скажем, духовность. Ну, духовность — это уже понятие, применимое к шедеврам. Но так что... Художественность. Да. Профессионализм сам по себе, конечно, штука хорошая, но здесь может быть двояко. Может быть, формально профессиональная работа выполнена, но она не оставит большого следа. Там не вызовет большого отклика. И наоборот. Ну, в общем, это вопрос сложный. Я вот профессионализм никому еще не мешал. Вчера вот был в картинной галерее, посмотрел все три выставки. Ну, там, конечно, очень много профессиональных работ, но большинство из них оставляет действительно, вообще говоря, холодным тебя. Спокойным. Надо быть высоким профессионалом. Спокойным. То есть профессионализм действительно, он полностью проблему художественного образа не решает. Я думаю, так. Вообще какой-то энергетики в искусстве он не решает. И все-таки, мы от чего-то отталкиваемся, где-то мы учимся. Вот у тебя книги по мировой изобразительности, по искусству, монографии, я знаю. Вот твои опорные точки есть здесь, в мировой живописи, изобразительности, какие-то все-таки вот именно учительские какие-то моменты? Ну, скорее, это неосознанно. Сказать честно, чтобы я сознательно перенимал, скажем, чьи-то приемы, такого не было. Может быть, это неосознанно где-то что-то проступает, это я не могу судить. Но здесь можно говорить просто о предпочтениях, которые я отдаю. Вот мне нравится, скажем, импрессионист. Ван Гог нравится. Нравится Матисс. Пикассо, Шагал особенно. А наши российские? Ну, российские. Вот, живопись 30-х годов, авангард. Фальк, Лентулов, Филонов. Да. Из классики изобразительности. Изобразительной классики, да. Вы имеете в виду? 19 век, скажем. 19-й, выход на 20 век. Да, в общем-то, я любитель. Мне ближе всего пейзаж. Пейзаж – это Левитан, прежде всего, конечно. Саврасов, Васильев. Ну, я вот даже вот по тому этюду сужу, так сказать, вот это что-то а-ля Васильев, можно сказать. Пытался начинать, я и больше предпочтения даю пейзаж. Все мои работы, в общем-то, пейзаж. Да, все не тебя. Пленарные работы такие. Воздух, деревья, небо. Так, еще один такой момент. Не испытываешь страха исчерпанности? Такой творческой, что ли? Потому что иногда, так сказать, это чувствуется в твоих даже работах, значит. Что вот она закончилась, и вроде выдохся ты на ней. Да, это было не так давно. Так,
спокойно нападала. Но сейчас я поразмышлял и спокойно как-то решил, что это, в общем-то, бесполезно, или как сказать. Нужно просто работать. А в конце концов любой источник иссякает. Но спасение в работе, а там уж как повезет, что получится. Вот так я для себя решил этот вопрос. Так что надо работать, пытаться что-то делать. И в этом находить утешение. Последний вопрос. Может быть, он не совсем будет внятным у меня. Но вот твои работы, они как-то вот опять на стыке вот этой нашей современной духовности, в которой вот друг в друга проникает какая-то сугубая наша старая атеистическая реальность и вот эти наши новые попытки выйти в понимание мироздания даже через религию, через Бога, через Творца, через Создателя. Вот ты не можешь в этом плане как-то оценить свои работы? Есть ли в них то, что я вот пытаюсь тебе предложить осознать? Или это уже с тобой все осознано? Оценить? Не знаю, как оценить. Но, в общем-то, все мы по воспитанию своему атеисты глубокие. Так уж нас воспитали. Но... Стоп, я не могу. Ну, ты творишь, и он творец. То есть какая-то вот параллель. Вот я, допустим, в твоих работах вот эту параллель чувствую. Ну, пытаемся делать то, что чувствуем. Угу. И он, и я. Ну ладно, Валера, скоро мы-то открываем с тобой эту выставку. Я пожелаю тебе удачи. Спасибо. И чтобы зритель хотя бы увидел часть того, что ты пытался выразить. Хотя бы часть этого почувствовал. Я на это тоже надеюсь. Экспозиции вообще штука такая увлекательная и непростая. Дело вот, на мой взгляд, каждая работа имеет как бы свой потенциал пластический, свою какую-то напряженность. Поэтому вот наше восприятие диктует, чтобы рядом была соразмерность с ней работа. Вот по напряженности, по форме.
Скажем, ведь нельзя, допустим, рядом, скажем, с Репиным, с «Бурлаками на Волге» поставить картину Филонова. И в то же время картину Филонова можно поставить, скажем, с работы Рублева, поскольку у них очень близкий, вот этот близкий заряд, заряд формы. Вот поэтому мы с Валерией, прежде чем работу вот развешивать, ищем вот эту вот балансировку пятен, насыщенность формы, тон, цвет и так далее, и так далее, и так далее. И вот уже выстроив все вот в этом ритме, в самом таком удачном, что ли, ритме, только тогда мы приступаем к монтажу работ на место. Вот эта работа найдена среди этих работ. Здесь ей быть.